Мы в присутствии Всемогущего. Аллилуйя. Я думаю, что твое и мое сердце должно трепетать пред Ним. Мы должны благоговеть пред Ним. Мы должны быть готовы восхвалять Его, ибо Он достоин. Аллилуйя. И давайте посмотрим, как же происходит восхваление там в небесах. И Слово Божие говорит, что нет доступа к Богу без благодарения и хвалы. И смотрите, что говорится в Откровении. 7 глава с 10 стиха. «И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, аминь». Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Будьте благословенны.